Привет, друзья! В закромах нашел вот такую медаль, которая досталась мне по наследству. Это юбилейная медаль за доблестный труд, вознаменование столетия со дня рождения Ленина. Медалью было награждено свыше 9 миллионов трудящихся. Медаль изготовлена из латуни в форме круга диаметром 32 миллиметра. Вот видите, на лицевой стороне Ленин. Внизу дата 1870-1970. На оборотной стороне тут надписи «За доблестный труд» сверху. Под ней серп и молот и надпись «Вознаменование столетия со дня рождения Ленина». В нижней части еще есть маленькая пятиконечная звезда. Значит, медаль при помощи ушка и овального звена соединяется с колодкой. Вот видите. Значит, ношение предусматривается на левой стороне груди. Многих интересует цена этой медали. Цена копеечная. В общем, это связано с отсутствием спроса со стороны коллекционеров, а также гигантским тиражом медали. Я думаю, что для меня эта медаль дорога как память. Это так и есть. Существует еще аналогичная по статусу медаль за воинскую доблесть. Ею было награждено около 2 миллионов военнослужащих. Также есть еще медаль, которой награждались иностранцы, около 5000 штук, но на их медалях надписи «За доблестный труд» и «За воинскую доблесть» не было. Вот как раз эти медали могут быть как раз ценными. Всем спасибо за внимание, всем пока.